Сегодня на Международном инвестиционном форуме в Сочи вручали и премию имени Александра Починка по итогам всероссийского конкурса программ социального развития регионов. Одну из премий получил и проект из Чувашии «Колыбель надежды». Конкурс посвящен памяти Александра Починка, человека, который стоял у истоков социальной политики в Новой России. Именно он приложил невероятные усилия, чтобы сделать добро и милосердие эффективными инструментами, приносящими реальную пользу своим адресатам. Мне кажется, награды, которые сегодня будут отмечены, те или иные проекты, они тоже имеют особое значение. Вот бывает, когда награду оценивает правительство, бывает, когда там государственные чиновники. А здесь было настолько не вовлеченное жюри, которое оценивало по очень детальным показателям. Когда оценивалось действительно влияние на ситуацию в регионе, на отношение к людям, на то, насколько эта программа дала возможность чувствовать себя иначе той или иной группе населения. В конкурсе имени Александра Починка участвуют проекты, направленные на решение социальных проблем с использованием механизма государственно-частного партнерства. В прошлом году их поступило всего 42, в нынешнем – около 150-70 регионов страны. Среди награжденных – кабинет министров Чувашии, отмеченный за успехи в профилактике социального сиротства. Жюри оценило программу «Колыбель надежды». Напомним, в прошлом году другой социальный проект нашей республики «Ликотека. Территория игры» также получил награду Всероссийского конкурса имени Александра Починка.